Я сильная и независимая женщина. Всем привет, с вами Лайт, и сегодня мы поиграем в голодные игры на проекте МК Геймер на карте Турбуленс. Я пожелаю вам приятного просмотра, а вы пожелайте мне удачной игры и победы. Вот. Я начинаю уже заговариваться, потому что я устал уже записывать. Это, не знаю уж какая попытка записи. Вот. Бежали отсюда, парень разлутал походу меч, и походу дела он хочет нас убить, но мы быстро еще разлутали небольшое оружие, так скажем, топорик, который вообще не пригодится нам. Ой, я уже думал, он нас убьет, друзья. Я уже испугалась, потому что я не смог здесь же кликать, и, ну, вернее, не то что не смог, не стал, но мне кажется, даже если попытался, я бы не особо бы сильно быстро кликал. Вот. Окей, давайте поднимемся наверх на нашу любимую элиту. И да, ребят, хочу извиниться, искренне извиниться за то, что долгое количество времени я отсутствовал, не было моих роликов, да, и то прочего, потому что, ну, лето, и у меня были планы, я работал, гулял, и не было вообще времени даже домой прийти. Даже, вернее, компьютер включить. Вот, на последние два дня мне просто не было... Вернее, последние, да, два дня, кстати, да. У меня не было. Я был у сестры, там вообще не было доступа в интернет. И мне пришлось тупо сидеть дома. И, ну, вернее, не тупо сидеть дома, но сидеть без интернета. Вот такие-то дела. Так что извиняюсь, скоро, ну, я сейчас буду наверстывать, буду часто пытаться вообще просто потеть, чтобы записать вам серию, друзья, и много серий. Вот, это не так легко, ну, это для меня, потому что в последнее время я что-то не могу вообще стащить, и, скорее всего, я уже не буду записывать на геймере, потому что я посмотрел, большинство ютуберов, большинство хгэшеров, жестких хгэшеров перешли другие сервера, это не просто так, и, скорее всего, мне придется тоже перейти. Не то, что я хочу там, типа, они перешли, значит, и мне надо переходить, да? Просто, ребят, они привели достаточно большое количество аргументов, да, почему не перешли. И я подумал, и, походу, мне тоже надо переходить. Он гэппл сел. Фак. Я дал ему связь гэппл, блин. Фак, это очень плохо. Блин, теперь он снял гэппл, и это очень... Это безумно плохо, потому что у меня теперь нет гэппла без него. Ну ладно. Давайте залутаем тут сундучок. По-моему, тут он не элитный. Да. И еще наверху два или один. Я уже не помню. Вот, друзья, и... да, скорее всего, я перейду уже на другой сервер. Не знаю, как... Не знаю, на какой, но перейду. Хайпиксель, может быть. Может быть, Мэнплекс. Я не знаю, ребят. А он, скорее всего, вообще не знаю. Правда. Вот. Такие дела. Да. И ресурс пак, кстати, с ресурс паком. Что у нас? По-моему, я играл с ним на прошлой серии, по-моему. Вот. Я не помню уже. Оставлю его в описании. Вот, скачивайте, кому понравился. Как он называется, уже не помню. Huawei Default. А, это просто Default Huawei. Вот, мне он понравился достаточно. Я уже долгое количество с ним играю. Количество времени. Вот, извиняюсь, что я оговариваюсь. У меня дебаг и 2 килла. Безумно плохо. Ну, ладно, ребят. Ладно, я надеюсь, это что-то катку. Вот, ребят, кстати, видите, справа... Ага, где сервер, да, где мой ник, все там справа, там написано сервер и unset, двоеточие, 2939. Что значит unset, ребят, кто знает, мне вот жестко интересно, правда, кто знает, напишите в комментарии, что значит unset, вот. Да, напишите, пожалуйста, мне правда будет интересно, потому что сколько я уже играю. Майнкрафт я не знаю, правда.
Найс, попал. Фа, плиз. Сатимится с ним, что ли? Пусть звонит. Не буду брать трубки, мне достали уже. Пусть дерутся пока. Ребят, извиняюсь за молчание. Это такое долгое. Сел Гэппл. Это плохо. Не знаю, есть Гэппл. Я его убил. Затащили, друзья. Это достаточно круто получилось. Я не ждал, что я убью этого человека. Но имеется в виду так изи. Вот, ребят. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Мне уже звонят. Всем пока-пока.